Многодетная мать Амира Сарбекова лишь недавно купила строительных материалов на 400 тысяч тенге. Но сегодня не знает, приступать ей к строительству или нет. На руках у женщины все документы на недвижимость, кроме госакта на землю. Тем не менее, дом должен идти под снос. Я мать-одиночка, с трудом поднимала этот дом. А сейчас не знаю, что делать. У меня нет ни другого жилья, ни земельного участка. Не знаю, куда идти. В такой ситуации сегодня находится не только семья Сарбековых. Снос грозит еще 22 домам. По словам местных жителей, о том, что их дома будут сносить, они узнали месяц назад. С тех пор жители села не могут спать спокойно. Если бы мы знали, что эти поливные земли не предназначены под строительство, мы бы не затевали стройки, говорят сельчане. Мы, как оказалось, находимся на поливных землях, но у нас же есть аким и другие представители власти. Если бы нас чиновники в свое время предупредили об этом, сказали, здесь земли сельхозназначения, дома большие, не стройте, мы бы что-нибудь другое сделали. Но, по словам руководителей района, изъятие земель происходит по закону. Все документы сельчан датированы 2006 годом и раньше. Но эти земли до сих пор не перешли в жилищный фонд. Поэтому построенные дома считаются незаконными. Дорога Западная Европа, Западный Китай – трасса международного значения. Это визитка Казахстана, и она должна соответствовать международным стандартам. Здесь должна быть современная инфраструктура, и мы должны для этого изымать земли. Теперь же местные жители требуют у местных властей решить проблему жилья. А в случае отказа обещают написать письмо президенту страны. Данияр Худайбергенов, Талгат Абдинабиев, Дильшот Адашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».